Нужно было сообщить Ли, а не Вашингтону. Думаешь, я его друг? Но мой враг – идея, а не страна. Нельзя делать людей рабами. Ни британской короны, ни креста тамплиеров. Надеюсь, когда-нибудь это поймут и лоялисты. Они тоже жертвы. Ты против тирании и подлости. Но это симптомы. А причина – людская слабость. Почему, по-твоему, я пытаюсь показать, что ты не прав? Ты много сказал, но не показал ничего. Значит, придется это исправить. Сэр. А, Коннор, что привело вас сюда? Британцы оставляют Филадельфию. Они выступят в Нью-Йорк. Ясно. Значит, мы двинемся в Монмут. Если перехватить их, у нас появится преимущество. А это что? Частная переписка. Не сомневаюсь. Знаешь, о чем это письмо, Коннор? Похоже, твой друг отдал приказ атаковать твою деревню. Причем атаковать, мягко сказано. Скажите ему. Мне доложили, что индейцы вступили в союз с англичанами. Я приказал положить этому конец. Сжечь их деревни и засолить земли, и перебить всех до единого, судя по этой бумаге. И это не впервые. Что было 14 лет назад? Это было иное время. Семилетняя война. Видишь, каков этот великий человек, если его прижать? Он виляет, ищет виноватых. Только одного он не делает, не берет на себя ответственности. Хватит! Все это может подождать. Сначала мой народ. Тогда едем. Нет. Между нами все кончено. Сын. Думаешь, я настолько глуп, что меня можно купить, назвав сыном? Сколько ты знал об этом и молчал? Думаешь, я поверю, что ты узнал только что? Кровь моей матери на чужих руках. Но Чарльз Ли чудовище, и все делает лишь по твоему приказу. Предупреждаю. Я убью того, кто попробует мне помешать. Charles Lee, Monmouth, was at the hajib. A second at the masse, Zinahodan patriot, Renadino Yuni. Duran Saga, a second nasete. On dog tangiga moderio. Runodio hot quenu. Ungenungue da summa. Ordiatanum statunge. Iwe reya na wandu tayngwa ya danustadu me. Ona wasa deresa yung jadaro.